8 сентября в нашем районе пройдут выборы депутатов городского и 14 сельских поселений, а также глав Кировского, Черноярковского и Прибрежного сельских поселений. Те, кто не сможет в день выборов прийти на свой избирательный участок, могут проголосовать досрочно. На этих выборах обязательно у нас, согласно нашего закона о муниципальных выборах в Краснодарском крае, планируется досрочное голосование. Значит, в досрочном голосовании могут принять любой избиратель, но имеющий уважительную причину. Какие уважительные причины? Это может быть отпуск, это может быть командировка, это выполнение каких-то общественных обязанностей или государственных обязанностей и так далее. При наличии, может, по состоянию здоровья кто-то. Поэтому он может принять участие, досрочно проголосовать. Досрочное голосование на всех избирательных участках начнется с 28 числа, 28 августа по 7 сентября. Это будет суббота. До 13 часов в субботу они могут проголосовать. Голосование будет досрочно проводиться только на избирательных участках. В территориальной избирательной комиссии досрочное голосование проводиться не будет.